Я покажу супер инновацию. Это жидкая одежда из баллончика. Благодаря новой технологии удалось растворить волокна одежды и уместить их в этот баллончик. Здесь поместилась целая футболка. Распыляю содержимое прямо на тело. Хватит? Халк! Благодаря большому изобилию цветов, одежду можно разукрасить настолько, насколько хватит вашей фантазии. То есть можно футболку такого цвета сделать. 5 минут и костюм супергероя готов. Содержимое баллончика, попадая на тело, моментально застывает, образуя прочную эластичную одежду, которая повторяет контуры тела точно по вашему размеру. Такая одежда идеально подходит для занятий спортом. Просто распылив содержимое баллончика, можно изготовить что угодно, хоть носок. И разрисовать как угодно, хоть глянцем, хоть матом. Жидкая одежда является отличным электрическим изолятором. В ней не страшны удары электрошокером. А теперь самая болючая часть нашего эксперимента. Больно. Получилось довольно неплохо. Этим видео я запускаю жидкая одежда челлендж. И передаю эстафету Мамиксу. Посмотрим, кто как нарисует. Жидкая одежда – это просто, интересно и креативно.